Привет, подписчики и гости канала Instant Studio. Вот я сейчас снимаю видео, и наверняка у вас появился вопрос, почему я стою возле торгового центра. А все потому, что именно в Dreamtown'е уже сегодня можно приобрести атрибутику конкурса песни Евровидение 2017. И тут была ирония. Осталось всего лишь 25 дней до Евронедели, а сувениры можно купить всего лишь в одном месте. Кстати, один из магазинов сети супермаркетов Novus находится возле самого МВЦ. Когда вы приедете в мае на конкурс, вы с легкостью можете посетить этот магазин и приобрести долгожданную атрибутику. И сегодня я приехал сюда, чтобы показать вам атрибутику, посмотрим на цены и оценим ассортимент. Также я куплю что-нибудь себе, в общем, все, пойдемте смотреть. Ребята, вы видите, что сзади меня находится? Правильно, стенд с сувенирами. Здесь вы сможете найти чехлы на iPhone, если у вас 5, 5S, 6 или 6 Plus, чехлы в ассортименте. Если у вас часто разряжается аккумулятор в вашем смартфоне, есть специальная батарея, с помощью которой вы сможете позарядить ваше устройство. Пить чай и наслаждаться логотипом этого года вы сможете с помощью этой чашки. Если вам летом мешает солнце, на помощь придет вот такая кепка. Ходить за картошкой и с легкостью приносить ее домой вы сможете с помощью этой сумки. С обратной стороны она просто синяя. Ну и конечно же фирменные футболки, как обычно синий цвет и логотип конкурса в этом году. Еще имеется вот такой чехол для спортивной одежды, для обуви, но он какой-то прям вообще очень странный. Последнее, что представлено на этом стенде, это вот такие браслеты. Теперь насчет цен. Чашка вам обойдется в 165 гривен. Батарея для телефона 830 гривен. Если вам нужен чехол, то вам придется за него заплатить 130 гривен. Фирменная футболка 300 гривен. Кепка за 230 гривен. Сколько стоят эти браслеты, к сожалению, я не смог выяснить. Примерно это выглядит вот так. Ребята, я вышел не с пустыми руками. Что я купил, вы узнаете уже совсем скоро в ближайших видео на моем канале. Поэтому это отличный повод подписаться на канал Instant Studio, чтобы не пропустить много всего интересного. Спасибо за просмотр, увидимся. Пока-пока.